Ребят, приветствую всех зрителей и подписчиков канала. С вами Жек Херсон, дырявый. 5 дней до патча. Давайте эти 5 дней проведем весело и постараемся. Куда ты побежал, дурак? Ты ж гори. Так, окей. Что у нас тут выходит? Прошлый раз эти чертовы глазадые тут устроили, конечно. Жесть. Давайте так повесим. Пусть сушится. Может, отсюда проходят они? Я не пойму. Ну, на всякий случай. На всякий случай. Блядство. Ладно, окей. Окей, окей. Хотите по-плохому, будет вам по-плохому. На всякий случай застроим здесь. Тем более там второй этаж надо было достраивать. Это хорошо, что поломалось тут у нас чуть-чуть. Смотрим сейчас, куда упадет бревно. Ну давай. Твой налево. Сейчас дырявые придут, а у меня тут забора нет. Не-не-не, не в ту сторону, не в ту, поворачиваю. Бревнышко. Да ну это жесть. Нормально срубил, называется. Быстро загораживаем. Прям быстренько. Вот так как-то сделаем сейчас. А, тут у нас же, помните, была проблема постройкой. Заграждение. Ну ничего. Разберемся сейчас с ней. Вот так вот. Ёб твою налево начал. Ох, ёб твою медь. Подождите, ребят, подождите. Подождите, подождите, не ругайтесь. Не-не-не-не. Экстрим. А-а-а, началось. Ну, суки. Да, дырявый. Щекотливое положение у тебя. Да хорош. Раз, два, три, четыре. Собирайтесь, твари. Сейчас я вам устрою. У них тут прям какая-то война. Да кидай! Ой, хорош только что было. Что это за... На-на. На-на. Ну, в смысле, группа такая была, помните? Все, желающих больше нет. Вот так вот. Теперь придут эти голодранцы, которые трупы доедают, да? Вот это было жесткое начало. Давненько такого не было в самом начале. Прям даже не знаю. Ну так вот, если загородить, как считаете? Прокатит такое? Только что ж срабатывало. О. Так должно прокатить. Опять пришли, твою мать. Ну-ка идите сюда. На. На. По-моему, один только не зажегся, да? Коктейль Молотова тоже в порядке. Иди. Пока цел. Ты, сучонок, не хочешь уходить? Тогда прощай. Еще идут. Бляха-муха, сколько вас тут? Сколько можно тут ходить? Раз, два, три. Проходит мимо.
А четвертый там стоит. И вон еще идут. У них тут какой-то проходной двор, по-моему. А дырявый просто хочет жить спокойно. Но ему не дают. Здесь же лежали бревна. А, вон они. Вроде не заметили меня. Это хорошо. Это уже радует. Фух, и светает. А тут что-то ночь началась не очень. Камильфо. Ну, пару коктейльчиков залетело прям как надо. Зашли прям как дети в школу, как говорится. Так, достраиваем тот угол. Нормально. Ничего, 5 дней еще проживем 100%. А там посмотрим, что они нам добавят после новогодних праздников. Обычно немного изменений, потому как разработчики тоже люди, они тоже отдыхают. У них есть какая-то личная жизнь, и работать на Рождество не особо хочется никому, поэтому ребята там, наверное, подзаработавшие с мая, нормально бы деньжат, согласитесь, потому как по $10 продавая игру. Оп. Давай, 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 давай. Давай, давай. Хорош, попадали прям куда надо. Я думал, если честно, в воду упадут. Ну, тут уже точно не будут проходить. Единственное, что я тут провтыкал, нам нужно было сделать здесь. А мы сейчас вот так это сделаем. Перестроим. Воу-воу-воу-воу, полегче. А что за сбор, я не понял. Втроем там стоят. Давайте, что там у нас есть? По коктейлям. Угостим голозадых коктейльчиком. Сколько их? Здрасте. Нате. Сука, не под... А-а-а, нет! Инвентарь! Жизнь! Спокойно, спокойно. Да что сегодня за день-то такой? Ой-ой-ой, это я тут проломал, конечно. Ладно. Окей. Делаем перестройку. Ну, в смысле, перестроим кое-что тут. Не-не, вставало только. Что происходит? Ебическая сила. Вот так вот.
Так, здесь сделаем тоже такую. В чем дело? Что с забором не так? Что не так с этим чертовым забором? Почему он пляшет? Что за неровности? Так. Ладно. Не ставится. Типа все. Уже ты настроил максимум. Не может такого быть. Заглючило, значит. Твою налево. Как-то не заладилось дырявенький, да, у тебя сегодня строительство. Да отстаньте вы, блядь, от меня. Ну что вы пристали? Что вы хотите? Сколько их? Раз, два, три. Ну, и что? Да не, надо их уничтожить. Тварь! Ого, с одного удара! Что это было? Нет! Опять в пещеру! Опять туда! Так, жизнь. А выносливость. Броня. Что происходит в этой игре? Вот вообще непонятно. Так, понятно. Давайте тихонечко попробуем, пока он не встал, подойти сзади и рубануть его. Вот так вот. Опа. Тихо, тихо, тихо. Он слепой или что? Сколько его надо бить? Походу кто-то заглючил. На. Давай. Наконец-то, и не прошло полтора дня. Так. Ну, если быть честными, это не в первый раз. И я думаю, не в последний мы в пещере. Ну, но суббота как-то началась неудачно для дерева. Опа. А ну-ка. Нет, нет, только не сейчас, не надо. Не убивай. Тихо, тихо. Успею? Я думаю, нет. Последний удар мне. Тварь, отстань. Тварь. Как же успеть инвентарь сделать? Сейчас прыгнет. Где он? Жизни вообще нет. Давай, аптечку. Есть успех. А ну-ка, вот веточка. Идет, да? А, вон он. Ты задрал. Да отстань ты от меня. Ладно. Так. На канатку или порыщем еще здесь. Раз уже спустились.
Все равно спешить некуда. Там, конечно, жесть у меня с забором. Перестал строиться. Глючит. Да давай руби уже. Короче, не все, слава богу, как говорится. Не все спокойно в королевстве датском. Шоколадок набрал хоть. Шоколадки — это хорошо. Этот, по-моему, не рубит, да? Да и бог с ним. Да. Фонарик закончился, что ли? То батареек было куча, по-моему, так что давайте. Без этого мне тут. Ого, сидят, смотрите, ребят. Что-то нет желания туда прорываться. Нам до патча тут. Ай, это что у нас? Чьи ноги? Какой-то скалолаз-строитель. А вот и шлем такой же. Так, возвращаемся. Я видел там канатку, попробуем выбраться. То у меня выносливости что-то вообще не ахти. И бутылочки нет, чтобы выпить, одни шоколадки. Ни кока-колы, ни минералки, ни газировки. Заразы. Голозадые заразы. Так, вон выход. Е. Вперед. Полезли отсюда к чертовой матери. Чего себе, высоковато. Падать будет, если что. Интересно, что это за место? Надо меточку сюда поставить. Теперь будем знать, что тут у нас. Оки-доки, возвращаемся. Не дают мне ни построить нормально, ни защиту, ничего. Я не знаю, ребят, с новым патчем все сложнее, с каждым новым патчем все сложнее и сложнее играть, сложнее и сложнее. С таким раскладом через пару-тройку патчей вообще будет хардкор. Как говорится, поживем, увидим. Этот бурьян еще.
А что тут перестало строиться, я не понял. В чем дело вообще? А, все, вот строится, но опять пляшет этот забор. Да ничего, гонят, что ли? Все нормально поставилось. Да. Бывает, значит, проглючивает, ничего страшного, вон, видите. Нормально. Так ставься, ё-моё. Е. Тварь, не ставится. А ну окно. Вот так вот. Есть, поставилось. Ну и отлично. Такую строечку сделал себе. Тамбур. Так, давайте теперь по-быстрому нарубим дров, пока не пришли, сами знаете кто. Сами знаете за кем. Деревья. Я думаю, выносливости хватит. Сейчас 3-4 дерева срубить и потом натаскать туда, к этой пристройке. Но все равно, пока второго уровня забора нету, невозможно будет дырявому выживать, сами понимаете. Перепрыгивают просто через забор, да и все. И потом поворачиваюсь, а у тебя в лагере там ходят глазадые толпы голодранцев, которые тебя гасят и тащат в пещеру. Уже сколько раз в пещере побывал? 3, по-моему, за все время. Жестко, конечно, все происходит пока. Ничего, мы выберемся, не переживайте. Не зря дырявый с мая месяца. Надо будет в начале следующего мая, ну вот, который будет 2015 года, сделать нарезку самых смешных моментов с дырявого. Я думаю, группа ВКонтакте расширится, и мы там проголосуем, сделаем выборку, какие моменты самые больше вам нравились. И я с них сделаю нарезку самых смешных моментов и интересных за год приключений дырявого. Где-то такую сделаем 25-минутную нарезку его приключений. Я думаю, будет неплохо. Давай, давай, руби. Заодно броню срубим себе. Я вот думаю, сейчас что, дорублю это дерево, построю быстро эту телегу, которую постоянно они у меня воруют, или где она девается, не знаю. Веток-то хватает, правильно? С ветками-то не проблема. Так. Вот здесь ее сейчас. Тум-пу-ру-ру-рум. Вот сюда давай. Сколько там на тебя нужно? 16, а у нас где-то 10. Еще 6 я. Сейчас мы быстренько это все организуем. Быстренько сейчас накидаем сюда. Да хватит. Окей. Давай, давай. Заряжай теперь.
А ну, берем в руку. Интересно, чем он их взял. Смотрите. Я, конечно, могу догадываться, чем он эту тележку толкает. Парень-то уже с мая месяца без женщин. Ну как, без красивых женщин, сами понимаете. Но не исключено, что ему одиноко. Нормально, нормально. Пристроечку сейчас запиляли. Полегче. Да ну твою налево. Что произошло? Сюда. Вот так вот. У парня с выносливостью явно сейчас будут проблемы. Уже и не бежит даже. Опять я вступаю в старые грабли насчет выносливости. Ну что, как-то выкрутимся. Хорошо, что бревна так подсвечиваются, да? Пошли, пошли. Давай, поворачивай, поворачивай. Поворачивай. Вот так вот. Нормально. Так, телега пусть тут и стоит теперь. Там-то осталось пару-тройку бревен притащить. Да, весь день, получается, в пещере протусили. Тело дрянь. Вон еще одно бревно. И внизу там поскатывались, я вижу два. А выносливости ни черта и нету. И пристроечку мы нормальную сделали. Единственное, что я хотел попробовать вот сюда еще залепить. А у меня, видите, не лепится сюда. Да ладно. Не на ночь глядя этим заниматься. Так, нужно восстановить выносливость срочно. Подпаливать все факела. Присаживайся. Передохнем. Проанализируем, что с тобой дырявый было за день. В пещере побывал, побывал. Чуть-чуть расширили лагерь, увеличили. Тоже хорошо, тоже нормально. Хозяйство, как говорится, пригодится. Остались живы, вот главное. Ну, ладно, окей. Валера, главное, ты меня поддерживаешь. Самое главное. Здесь еще надо достраивать. Да тут строить и строить еще. Завтра достроим 100%. Вот с такой тактикой, как только что я делал, то есть... Нарубить 3, 4, 5 деревьев. И потом
Так вот, хорошая получилась пристроечка. Это тут еще было дерево. Ладно, вон оно. Вот это бревно. Сюда сейчас и достроим. Зажигаем. Подпаливаем, и надо идти сохраняться. Что-то субботний жесткий началось. Субботний день для дырявого, субботнее приключение дырявого началось жестко. Вроде и нормально так их попалил. В принципе, им чё жаловаться-то? Все хорошо. Нет, они тут устроили у меня проходной двор какой-то. Ладно. Там дальше будет видно. Валер, для тебя. Окей, ребят, давайте на этом моменте закончим. Продолжим завтра. Спасибо всем, кто смотрит. В принципе, главное, что дырявый остался жив, а то все решим, как говорится. Всем пока, ребят.